Все свое вожу с собой. Материальная база Сходнинского подразделения первой пожарной охраны пополнилась. На вооружение поступила современная маневренная машина. Брандмейстеры уже опробовали новинку в деле, узнали все ее достоинства и недостатки. Олеся Жиганова продолжит. Можно двери скрывать. Разжимается, вставляется, она разжимает металл до 2 сантиметров. Гидравлические ножницы, бензопила. От такого ассортимента аварийно-спасательных инструментов глаза разбегаются. Старший пожарный Сергей Кабенков уже изучил весь арсенал и рассказывать о новинках может часами. Здесь и вакуумные установки для быстрого забора воды, и насосы, и сетка для подачи пены. Не, в машине пена, а здесь она смешивается с водой и поступает уже пена. Одно из самых удобных приспособлений новой машины – шланг высокого давления. Его длина 50 метров. И не надо соединять, как раньше, пожарные рукава между собой и тратить драгоценные секунды. Приехал, отмотал, и можно тушить. Автомобиль получили в рамках федеральной программы в декабре 2012-го. С тех пор он успел побывать на 6 выездах. Всего в штате Сходнинского отдельного поста 2 машины и 19 человек. Пока справляются. Однако население микрорайона постоянно увеличивается. Возможно, скоро потребуется создание целой пожарной части и приобретение новой техники. В связи с тем, что большое удаление, здесь необходимо также разместить в данном подразделении именно вот что-то такое, либо автолестницу, либо коленчатый автоподъемник, хотя бы с подъемом на в районе 14 этажа. Этот автомобиль такой лестницы не имеет. Та, что есть, поднимается максимум до 3-го этажа. Зато новинка очень маневрена. Оценить это по достоинству может опытный водитель. Алексей Абрамов за рулем пожарной машины почти 9 лет. Поступившую технику уже успел применить в деле и вынести свой вердикт. Мобильно, комфортно, оснащена навигационной системой, дополнительными дизельными печками. В общем, преимущество налицо. Специальная светотехника и сигнал. Часто приходится ездить в пробках, и водители часто бывает не замечают, якобы. А с таким звуковым сигналом нас видит. Машина шарахается сразу в стороны. То есть разбегается, нас, да? Нас уважают, да. Но есть и существенный недостаток – низкая посадка. Особенно это мешает зимой, поэтому пожарные по-прежнему используют и старый автомобиль, который обладает большой проходимостью. По словам огнеборцев, машины идеально дополняют друг друга. Олеся Жиганова, Сергей Гвоздев, служба новостей.